Привет! Вы снова на канале IT User Help. В этом видео я расскажу, как на смартфоне с операционной системой Android скрыто записывать все голосовые вызовы. Итак, первое, с чего нужно начать, это попробовать, с чего можно. Это открыть родной наборчик номера и перейти в настройки. И чаще всего в настройках есть стандартное средство записи звонков, которое будет записывать куда-то на внутреннюю память. В моем случае в Samsung в этом нет, но, к примеру, в таком же самом наборщике номера во многих Xiaomi есть записи, и в других смартфонах Android также имеется. Поэтому первым делом проверьте настройки стандартного наборщика номера. Далее, второй способ, это можно зайти в Google Play и напишите «Запись звонков», «Поиск», и вам нужно выбрать приложение «Запись звонков» от производителя Appliquato. То есть ищите такую иконку от такого производителя Appliquato. Далее скачиваем, устанавливаем. У меня уже приложение скачано, установлено. И нажимаем «Открыть». Нажимаем «Принять». Этому приложению придется предоставить некоторые разрешения. Далее нажимаем «Далее», выбираем тему, готово. И первое, что нам нужно сделать, это заходим «Больше», переходим в «Настройках». И первое, что нужно в «Настройках» сделать, это проверить, чтобы запись звонков была включена. И уведомления зайти. Отключить уведомления. Все сделали. Дальше нам нужно подключить облако, то есть то место, куда будут сохраняться звонки. Выбираем облако, выбираем какое облако у вас есть. Если у вас телефон Android и вы зашли в аккаунт, то у вас также будет Google Drive, он предоставляется всем. И далее нам нужно нажать «Войти». Далее из всего списка аккаунтов выбираете тот аккаунт, куда вы хотите подключить, куда будут записываться. Это обязательно должен быть ваш аккаунт, чтобы только вы знали доступ, имели доступ к этому аккаунту. Читайте всю информацию, которая здесь написана, и нажимаете «Разрешить». Все, после этого у вас будет активирован запись звонков всех, и они будут автоматически отсылаться в ваш Google Drive. Потом с компьютера либо с любого места вы зайдете в Google Drive, и там увидите список аудиофайлов с звонками. Для большей надежности нужно еще спрятать эту иконку приложения. Сделать это вы можете многими способами. Например, переместить в какую-нибудь папку. Либо я прикреплю видео со своего канала, в котором у меня рассказано, как спрятать приложение, то есть его будет полностью не видно, ни в какой ни папке не будет, ни на рабочем столе, ни в меню не будет. То есть любое приложение можно будет спрятать с вашего смартфона так, что только вы сможете получить доступ к нему. Ссылку прикреплю к описанию к этому видео. Ну, а если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.